пытались проехать дорогу, но долго застряли. И все 20-го поплыло эти лучше. Ребят, всем привет! Ну вот у нас продолжается уборка картошки. Как вы уже могли заметить, у нас сзади стоит картофелеуборочный комбайн Grim TR 1500. Работает он в паре, получается, с белорусом 920-м 16-го года выпуска. И как вы могли уже заметить, мы там немножко застряли. Получается как, хотели с одного поля на другое переехать, через дорогу, получается. Он почти уже выехал и лямехами зацепился за грунт, получается. И все, ни назад, ни вперед. Сейчас я вам поближе подойду, покажу. Навеска у него жесткая, поднять не может, получается. Сейчас давайте подойдем поближе сейчас. Сейчас, получается, будем ждать трактор, наверное. 920-го мучить не будем. Надо будет его как-то назад дергать. Сейчас я вам покажу. Вот тут видно лебедь, то, что землю уже подобрал. Получается, он уже почти выехал. Немножко не хватило. И вот закопался. Трактор лучше пристали. Сейчас лучше подождем туда трактор. И вытяни, попробуем назад. Ну, назад удергивать, опять же такие проблемы, то что здесь негде зацепиться. Наверное, да, где-то если вот здесь вот эту квадратную балку зацепить. Ну все, сейчас подождем трактор, попробуем вытянуть. И дальше поедем в поле снимать, как работает. Вот едет наш трактор. Пока ждали трактор, наступила зима. Уже снег. Нет, я шучу, конечно. Трактор мы долго не ждали, но снег начался неожиданно. Сегодня 25 сентября. Сейчас подъедет трактор. Трос у нас есть. Куда-нибудь встанет сзади. Найдем, куда зацепиться, и попробуем его тащить назад. А потом уже, наверное, куда-то ехать ближе к дороге, чтобы развернуться и пройти через эту дорогу, на то поле. Давайте сейчас. Так, отцепили мы прицеп. Сейчас поедем цепляться. Ой, снег полным ходом идет. Сиваешь, что ли? Вот тут зацепиться, конечно, особо выбора нету. Так, мне кажется, трактор в ту сторону подъехал, наверное. Сейчас. Вот так, зацепили мы сейчас, главное отойти в сторонку, чтобы ничего не вылетело, никого не ударило. Так, там завелись, аккуратно отойти. Пошла. Нормально, отлично. Так, передние колеса у него в яму попали. Еще, наверное, какие-нибудь проблемы. Да, он сам уже, в принципе, может. Аккуратно. А, нет, не может. Ну и все. Теперь уж точно все. Да. Старался.
Ямку я вырыли, буквально за пару секунд. А здесь он зацепился лебедь, получается. Здесь, а, вот здесь еще хороший подсадок. И все. Сейчас тогда объедем эту дорогу и уже начнем копать капусту. Картошку сегодня. Ну что, ребята, этот заезд на дорогу не обошлось без последствий. Сейчас я вам покажу. Вот этот гидравлический цилиндр, получается, который вот лебедь все это вместе поднимает, спускает. Его просто вырвало тут. Сейчас я покажу.
то сварка, то в принципе не особо толстая она была, вот видно там. Плюс еще то, что вот это кольцо, оно не цельное. Вот сейчас на примере другого покажу. Видите шов? Он не цельный, то есть торг. Торг здесь держит. Ну вот такие вот проблемы. Сейчас поедем в парк. Заварим это. А потом видно будет, что да как. Ну пока вроде все. Ну вот, ребят, сейчас все, поедем в парк. Заварим, сделаем, получается. Вот он хобот убрал сейчас, при транспортировочном положении. Сейчас я тоже за ним поеду, там заварим, сделаем и попробуем выехать. И это, ребята, не из-за почвы. Почва тут, ну, она такая, знаете, сухая, почему можно сказать. Там вот то, что сейчас лопнуло вот это крепление, плюс что-то лентка почему-то не тянет транспортерную. А Force Creed у нас работает, грузит на трактор. И все хорошо. Ну все, поехал я тогда в парк, заварю там, покажу, что тут тащится, как муравей. У нас хватит, может, побыстрее поедет. Ладно, все, давайте.